Спасибо, что остались с нами. Продолжим выпуск. 22 студента Краснодарского края теперь будут дополнительно получать по 4000 рублей в месяц в течение года. Свидетельство о присуждении краевых именных стипендий учащимся вручили руководитель края Виктор Толоконский и председатель законодательного собрания Александр Ус. Стипендии носят имена известных земляков, например, Василия Сурикова, Виктора Астафьева и Ивана Ирыгина. На получение стипендий претендовали 83 человека. Лауреатами стали не просто отличники, а лучшие студенты учреждений профобразования. Эти ребята писали научные творческие работы, участвовали в фестивалях, побеждали в различных конкурсах и спортивных соревнованиях. Некоторые из счастливых обладателей стипендий едва сдерживали свои эмоции. Извините. Мы осознаем свое предназначение – стать культурной элитой и достойно трудиться на процветание нашего края. Большое спасибо за высокую оценку и за оказанную честь, и за оказанное признание, которое мы постараемся оправдать.